Еще два случая заболевания корью зарегистрированы в столице. По данным Национального агентства общественного здоровья, речь идет о полуторагодовалом ребенке и 23-летнем парне. Оба находятся в больнице. Диагноз предварительный. Установлено, что больные контактировали с пациентом, у которого диагноз этого острого инфекционного заболевания был подтвержден. Следует отметить, что на прошлой неделе в Кишиневе было зарегистрировано три случая заболевания корью. В двух случаях поставлен окончательный диагноз. Всего с начала года в Молдове выявлено 84 случая заболевания корью. 23 человека заразились за границей. Наибольшее количество случаев отмечено в Дрокиевском и Окницком районах, а также в муниципе Кишинев. Самой эффективной профилактикой считаются прививки. Иммунизация детей проводится трижды в год в возрасте 6, 7 и 14-15 лет.